Вот уже 6 лет группа энтузиастов-десантников из Северского района отмечает свой профессиональный праздник по-особенному. 2 августа крылатая пехота помогает Северскому реабилитационному центру. Вот и сегодня по традиции собрались все вместе. Смысл какой преследуем? Уйти от стереотипов, что ВДВ – это пьяные морды в фонтанах. Это все-таки гвардия, все-таки это элита. Мы должны подавать пример подрастающему поколению, также и другим видам войск, что каждый свой праздник профессиональный нужно и можно отметить хорошо, добро, по-душевному. За время акции «Голубые береты» сотрудники и воспитанники центра стали настоящими друзьями. С удовольствием помогают и жены десантников. Даже торты для праздничного чаепития они испекли своими руками. Стоит отметить, что с каждым годом акция расширяет свои рамки и принимают в ней участие не только служившие ВДВ ребята, но и другие отзывчивые жители района. Сейчас уже и местные предприниматели, когда мы приходим какие-то закупки делать в магазинах, они делают нам скидки, что-то дарят лично от себя. То есть это даже крупные сетевые магазины делают. Помогают простые люди, которые, в принципе, к воздушно-десантным войскам не имеют особого отношения. И это радует. И в этом году мы уже подключили ребят, которые осуществляют помощь парням на СВО. И в этот раз вот ребята написали письма туда, чтобы там у парней была поддержка, и они знали, что даже здесь, когда у нас здесь мир, о них помнят, о них знают и, конечно же, не перестают думать и тоже поддерживают. Как обычно, приехали не с пустыми руками. Привезли новые игры, инвентарь, а также оборудование для кабинета социально-бытовой адаптации. Приятным сюрпризом стала развлекательная программа, на время которой детская площадка превратилась в место для настоящей пиратской вечеринки, от которой дети остались в полном восторге. Нам все очень понравилось, было очень интересно. Спасибо за подарки. Мы хотим поздравить всех, кто служил в ВДВ и продолжает служить. Организаторы уверены, что есть еще множество учреждений, которым также необходима помощь и поддержка. И если и другие жители станут следовать их примеру и устраивать подобные акции в свой профессиональный праздник, то жизнь всей нашей страны изменится к лучшему. Хотелось бы именно, чтобы все увидели наш посыл, что это не какая-то пиар-акция, а это именно открытые добрые сердца для перемен в современном мире.